человек, бывают незабываемые дни и события. И сегодня такой день у вас, день рождения вашей семьи. Свадьба – самый яркий, самый красивый день вашей сказки, украшенный лепестками роз, нежностью поцелуев и словами любви. Посмотрите друг на друга, окунитесь в глаза любимого человека и пронесите это мгновение через всю свою жизнь вместе. Но прежде чем вы произнесете, пожалуй, самые главные слова вашей жизни, позвольте напомнить вам, что именно любовь, то чувство, которое соединило вас, навсегда останется неизменным гарантом вашего счастья. И, возможно, в вашей жизни еще не раз произойдет переоценка ценностей, но эта ценность останется неизменной. Свадьба – самый яркий, самый красивый день вашей сказки. И я думаю, что вы навсегда запомните, дорогие друзья, что семейная жизнь – это как раз то, что требует постоянного совершенствования. Но вы встретились не для того, чтобы изменить друг друга, а для того, чтобы помочь друг другу стать лучше, счастливее и значительнее в этом мире. Семейная жизнь – это ответственная пора, когда вы будете поровну делить и удачи, и невзгоды, и печали, и радости. Но рядом всегда будет человек, который правильно поймет, сердце, которое верно рассудит. Семья – это союз любящих людей и союз добровольный. И теперь в присутствии друзей, родных и близких я прошу ответить вас, Александр. Согласны ли вы взять в жены Татьяну, любить, уважать и оберегать ее на протяжении всей вашей совместной жизни? Согласен. Друзья, я предлагаю поддержать решение. Аплодисменты. Татьяна, согласны ли вы стать женой Александра, любить, уважать и оберегать его на протяжении всей вашей совместной жизни? Согласна. Ваши аплодисменты, друзья. С вашего взаимного согласия, по доброй воле и в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ваш брак регистрируется. И грядет самый волшебный момент – момент обмена обручальными кольцами. Таким древним и таким священным символом, у которого нет ни начала, ни конца. Пусть же эти кольца служат вам напоминанием о том, что ваша любовь бесконечна, и напоминанием клятв, которые сегодня вы будете давать друг другу. Целое, да, это жизнь. Семья – это когда друг друга уважают, когда ценят друг друга, когда дорожат друг другом. Когда жена поддерживает во всем мужа,
а муж, в свою очередь, дарит тепло, ну и свою любовь жене. Тебе это поддержка, опора, это надежное плечо рядом, это, в принципе, когда появляются дети, это день, начинающийся с улыбки, детский смех и ощущение счастья. Это взаимопонимание и взаимоуважение двух людей, любящих друг друга. Взаимоуважение, взаимопонимание, любовь. Вот на этом строится, на этих принципах семья. Семья – это круг людей, о которых ты всегда будешь заботиться. Вот. Это люди, которые придут на помощь в трудной ситуации. Да это, в общем-то, основа всего бытия. Вокруг нее все и строится. Да, семья – это наша жизнь. Мы этим и живем. Для семьи, для любимых, особенно для детей.